Приветствую всех на моем канале. Сегодня я буду разбирать второй трейлер игры Poppy Playtime, вышедший совсем недавно. Я пытался найти много интересного, надеюсь, что вам понравится. Первое, что мы видим при осветленном кадре, это как раз таки наш антагонист, с которым мы будем сражаться. Хорошо видно то, что он не двигается, возможно спит или же в отключке. Также на протяжении этого видеоряда мы слышим слово «wake up», то есть «вставай». Слово «wake up» будет произноситься еще не раз в трейлере. Возможно, как сказал Винди, это нас пытается разбудить Бэйби, кукла-антагонист, которая была в первой части Poppy Playtime в конце игры. Эта теория ведет к тому, что в конце первого эпизода Poppy Playtime мы заснули, и таким образом, говоря «wake up», Бэйби пытается нас разбудить. И в конце этого же видеоряда мы видим странное лицо. Возможно, это лицо погибших при каких-то обстоятельствах работников или детей. Если достаточно хорошо присмотреться, то видно, как это лицо накладывается на лицо девочки, которая держит куклу. Все эти факты нам говорят о том, что девочка мертва. А дальше нам показывают все возможности этой куклы. И, возможно, даже возможности антагониста в игре. Иронично, конечно, намекает, что здесь показали, как мы будем убегать от антагониста в игре. На презенте снизу справа нам говорится о том, что мы не должны подвергать эластичный пластик к экстремальным температурам или холоду. Это нам может говорить о том, что таким образом мы сможем победить антагониста в игре. Этот черный фрагмент заинтересовал меня больше всех. Я засветлил его как мог, но я так и не понял, кто стоит слева дальше от нашего антагониста. Вот еще один момент. Слева посередине мы видим голову нашей антагонистки. Не знаю, что она там делает, но, видимо, ну пусть будет. Здесь мы бежим по старым локациям, откуда выглядывала рука Поппи. Не знаю, зачем я это сюда добавил, но, видимо, мы будем возвращаться в старые локации. Осветив еще один отрезок видео, я заметил одну деталь. При освещении видно лицо Бэйби, той самой игрушки в первом эпизоде Poppy Playtime. Не знаю, зачем ее добавили сюда, если она появится чуть позже. А вот, собственно говоря, сама и Бэйби. Опять же повторюсь, не знаю, зачем было оставлять ее в те кадры, которые я осветил. Ну, пусть она будет, это какие-то, наверное, планы разработчиков, чтобы мы... Хотя что там разгадывать, я просто осветил картинку. Там каждый первый такой сможет. Так, на этом все. Я разобрал трейлер от начала и до конца и не смог больше ничего найти. Также разобрал теорию Винди, то есть добавил сюда теорию Винди. Я именно из-за него и решил заснять это видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.